Всебелорусская акция БРСМ «Мы граждане Беларуси», посвященная Дню Конституции, играет важную роль в охране конституционных прав и свобод граждан нашей страны. Ведь во время диалога с молодежью спикеры не только вручают первые паспорта юным и образцовым гражданам Беларуси, но и рассказывают об основном законе нашей страны и направлениях развития нашего государства. У нас Брестская областная организация проводит ежегодную акцию «Мы граждане Республики Беларусь». Хотел бы сказать, что такие подобного рода мероприятия проходят по территории всей области. Конечно, в День Конституции 15 марта органов власти, общественных организаций будут вручать молодым гражданам нашей страны, нашего первого региона, паспорта. Очень отрадно, что на протяжении всей недели наши ребята ездят в город Минск и в Верховном суде, и с представителем руководством Центральной избирательной комиссии проводят тоже диалоговые площадки, получают паспорта. Это очень здорово. Но сегодняшняя наша площадка тоже более 150 молодых людей в Доме правосудия в городе Бресте тоже смогут пообщаться на тему 30-летия Конституции. Это юбилей, и действительно наша Конституция совершенствуется. На самом деле в 22-м году были изменения, которые вся молодежь, все гражданское общество обсуждало ее, и действительно те изменения, которые приняты, мы чувствуем их необходимость и важность, и используем тоже в том числе в работе, потому что есть статья и про молодежь, про сохранение исторической памяти. Перед началом диалога в торжественной обстановке 20 новобранцев Белорусского республиканского союза молодежи получили свои членские билеты, а в преддверии праздника им также вручена Конституция Республики Беларусь. Герои дня, конечно же, четверо учащихся учреждения образования города над Бугом. Им только исполнилось 14 лет, но они уже пример для каждого. Победители олимпиад, активисты, спортсмены и юные ученые. И сегодня ребята получили свои первые паспорта. Недавно мне исполнилось 14 лет, и в признаменовании Дня Конституции Республики Беларусь нам всем выдают наш первые документы. Нашему основному закону исполняется 30 лет, и каждый гражданин республики должен его знать, и этот закон очень важен для нашего государства. Ну а дальше открытый искренний диалог о главном законодательном документе страны – Конституции. Ведь получение первого паспорта подчеркивает, что ребята перешли во взрослую жизнь и стали полноправными гражданами Беларуси. А значит, они ответственны перед ней и ее законами. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Мантович, Новости Бреста.